Снова здравствуйте, мы продолжаем путешествовать по опустевшим улицам нашего города. Людей стало заметно меньше. Это и видно глазами, можно лицезреть, и чувствуется какая-то вот пустота. Мы находимся в этот момент на пересечении бульвара Пушкина и Октябрьской революции. Это их старые исторические названия, по-новому Лесенко-Рынки и Васильевская улица. Идем в сторону перекрестка другого, где находится переименованный Альфа-банк в Сенс-банк. Туда нам надо. Так вот эта вся пустота выглядит. Пустые какие-то предприятия, я не знаю. Малые бизнесы, назовем это так. Где-то даже заколочено, хотя что-то и работает. Там дальше монолит, нефартовое такое агентство недвижимости. Это мое личное впечатление. Всем хорошего просмотра, хорошего настроения. И, конечно же, до скорых встреч. Пока.